Здравствуйте, наши дорогие зрители! Сегодня мы научимся с вами делать аппликации из кружочков. Нам понадобится цветная бумага и картон, простой карандаш, черный фломастер, ножницы, клей, стакан и монеты. Начнем с краба. Возьмем оранжевую бумагу. Нам сейчас нужно будет вырезать круг для его туловища. Найдите дома стаканчик, чтобы легко нарисовать круг. Давайте вырежем его. Теперь нам нужны кружки поменьше, чтобы сделать его клешни. Возьмем для этого большие монетки. После того, как все кружки будут вырезаны, приклеим их на цветной картон. Черным фломастером соединим туловище и клешни. Дорисуем глаза, улыбку и ножки. Все, наш крабик готов. Теперь сделаем мороженое. Нужно будет нарисовать по одному небольшому кругу из розовой, желтой и зеленой бумаги. Вырезаем наши кружочки. Теперь при помощи линейки нарисуем продолговатый треугольник из коричневой бумаги и вырежем его. Части нашего мороженого соединим клеем на цветном картоне. Вы только посмотрите, какое аппетитное получилось мороженое! На этом все, дорогие дети. Обязательно покажите своим близким ваши творения. До новых встреч!